Всем привет! Сегодня новое видео «Гири не помнящие. Продолжение интернет-баталий». Ход в этой позиции черных. Подумайте, как за черных надо сыграть. Ну а мы в нашем обзоре рассмотрим, как черные ошиблись на примере партии великих шахматистов. Жмите на паузу, придумайте идею за черных. И кто уже придумал, можно подумать, как бы за черных вы бы могли ошибиться. Да? Какой хороший, вроде бы на первый взгляд, надежный ход вы бы могли сделать, но по факту все это обернется красивой тактикой, не в вашу пользу. Жмем на паузу, ход черных. Итак, кто хочет насладиться идеями этого примера, все внимание на нашу диаграмму. Черные в этой позиции сыграли неудачно, они сыграли ладья d8. Как мы видим, белые организовали связку по линии e, есть некоторое напряжение с конем на f5, ну и плюс еще вот ладья на h1 оказалась совсем неудачно расположенной. Черные этого не заметили, они сыграли ладья d8. В принципе, идейно, почему нет, подгражданный ход ладья d5 форсированный, более того, белые не могут брать теперь. Еще одна проблема, но не тут-то было, ход разящий ладья f5. Ну и черные здесь большие проблемы. Если ничего не делать, у меня просто лишний конь. Если я беру, то я отхожу конь g3 шаг. Открытое нападение, король вынужден отходить, ладья теряется. Да, ладья d5 будет ход, но все-таки коня-то слишком много. Ну и похожий вариант, по сути ничего не меняющий, ладья d5 в промежутке. Я тоже здесь ударю, ну и здесь что делать черным? Если они отходят ладьей, ну, например, ладья h4 с темпом, то у меня всегда будет отход, ну, например, там, ладья d4. Я отойду своей ладьи и защищу коня, которого, кстати, уже и ладья защищает. Ну а если соперник все-таки возьмет, тогда вновь та идея, которую мы с вами знаем. Конь g3, здесь у белых шикарный перевес. Вот такие ошибки могут допускать гроссмейстеры. Да, мы прекрасно понимаем, что это блиц партии, партии из интернета, но тем не менее, если вы создаете проблемы в протяжении всех партий, натакуете, нагнетаете, то все люди не роботы, они обязательно ошибутся. Кому понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, рекомендуйте друзьям наши полезные видеоролики. И увидимся с вами совсем скоро. Пока-пока.